ваши права. А что я вам сделал плохого? Пьяный. Хорош. Я выпью уже. Давай в машину. А Ваня? Вань, ну выйди, если сможешь. Ой, Ваня упал. Вань, ты не ушибся? Вань, стой, давай. Это мой заместитель. Ага, по пьянству, да, заместитель? Ну почему по пьянству? Ну, Ваня, гениальный хирург. Давайте в машину оба. Он сегодня сделал уникальную операцию на позвоночник. Ваня. Таких в мире никто не делает. Вот поэтому... Смотрите, у нас уважение. Давайте в машину. Причина. Машину, я сказал. Голубчик, голубчик, не обессудь. Антон Михайлович, ну, не надо. Не обессудь. Не надо. Что вы делаете? Это же совесть нации. Это выдающийся хирург. Надо, как к вам стыдно. А я вчера по телевизору видел. Да. Он этот самый доктор, что ли, да, этот? Нет, хирург. Фамилия у него... Молодой человек. А вот фамилию его, молодой человек, надо бы помнить. Каштанов Антон Михайлович. Там Каштанов. Отпустите Христа ради. Пожалуйста. У меня такая замечательная жена! Такая гостеприимная женщина! Поля, я с друзьями! Опустошай холодильник! Ты почему не позвонил? Поленька, прости меня, я забыл. Ну, у меня праздник. Я стою на лестнице 4 часа. У меня ноги опухли. Если сейчас поставлю компрессик и... Пошли вон, пьяные чулги. Не надо. Тихо, Вань, тихо, спокойно. Ты оскорбила моих друзей. Да? А ты? Как ты мог мне позвонить? Ты эгоист, ты изверг. Ты не мужчина. Я хочу яичницу и бутерброд с колбасой. Это тебе нельзя, а это тем более. В моем возрасте еще все можно. Я лучше знаю, что тебе можно. Скажи, как ты вчера меня обозвала? Вот эгоист и изверг, это я помню. А на третье, самое мерзкое. Как надо, так и обозвала. Ты вчера вела себя недопустимо. Ты прогнала моих друзей. Как давно этот мент тебе друг? Какой мент? Что ты придумываешь? Ты вчера пришел с милиционером? Нет. Я не приходил с милиционером никогда. Вещи я уложила. Санаторий называется Волжский утес. Не хочу я ехать в санаторий. Там меня начнут лечить. А я это не выношу. И это говорит врач. Я лучше знаю, что ты хочешь. Ты хочешь санаторий. Это необходимо для твоего здоровья. Я абсолютно здоров. Значит так. Вот здесь паспорт, путевка, билет на поезд Москва-Самара. Вагон СВ. Не забудь, выйди в Сызрани. Это раньше, чем Самара. И денег 5000 рублей. Ваш так щедро. Ну, сходишь в кино, газеты будешь покупать. Не забудь мне позвонить. Все это я кладу в правый карман. В какой карман я положила? В правый. В поезде за постель платить не надо. Это входит в стоимость билета. А все-таки после изверга эгоиста что было на третье? А ты что, забыл? Забыл. К сожалению. Тогда чего ты на этом зациклился? Да, кстати, 10:30 у тебя заседание фонда. Ты успеешь там показаться? Не пойду я в отпуске. Нет, пойдешь. Я лучше знаю, что тебе надо делать. Вот, тогда ты иди. Этот благотворительный фонд носит твое имя. Ты там президент, а не я. В моем фонде сидят жулики. Это ты их развел.
ты мягкотелый. Зачем я завязал с этим фондом? Я все равно ничего не понимаю в этой бухгалтерии. Они, прикрываясь моим именем, воруют и воруют. Сейчас все воруют. Ну, страна большая, и хватит надолго. Скажи, ты не устала мной руководить? Вот ты отдохнешь от меня ровно 26 дней. А я за это время сделаю евроремонт. Поэтому кредитную карту я оставляю себе. На лацкан пиджака, в котором ты уезжаешь, я прикрепила лауреатскую медаль. Не потеряй. Не забудь, твой поезд в 7 часов. Действительно, пора уже сделать нечто лауреатское. Кстати, как ты меня обозвала? Они требуют гарантийное письмо. Говорят, что счет заплатят. Каштанов к доске. Да нет. К начальнику кредитного отдела вообще не попасть. Ну, опять да, двойка. Зарплата сегодня накрылась. Не знаю. Мерзавец. Ну, мерзавец. Ну, мерзавец. Попробуй еще. Что случилось? Ты 100 лет не появлялся. Да ничего особенного. Так, да. Просто ухожу во внутреннюю эмиграцию. Ну да, поняла. Жена? Жена — это только деталь. Есть вещи посерьезнее. Ну все. Так из-за чего ты в себя эмигрируешь? Понимаешь, Павлик, я все меньше и меньше оперирую, а все больше подписываю бумаги и прожигаю время на тусовках. Я перестаю быть хирургом. Останусь каким-то администратором от медицины, причем плохим. Я рожден оперировать. Я только это умею. Я помню, как ты мне вскрытие делал. Ну, в общем, я написал заявление об уходе министру с поста директора хирургического центра. Ну, ты даешь. Все делают карьеру, а ты наоборот. Ты представляешь, вчера была тусовка, открывали казино. 50 полуголых девиц, и почему-то я перерезаю веточку. Ну, и куда ты собираешься увозить свою внутреннюю эмиграцию? Слушай, хочешь в Портофино? Ну, в Италии. Обалденное место. Меня уже жена возила и на Маврики, и на Майорку. Я хочу в свой народ. Ты что, у нас Лев Толстой? Я где-то так, знаешь, максимум Горький. Павлик, я ведь жизни-то не знаю. Я ведь вижу реальность в больных глазах моих пациентов. Олюшка, Поля, не сердись, но я совершаю лауреатский поступок. Твой каштан. Это бунт. Простите. Да? Когда я заезжал, я забыл спросить. Мне гостиницу заказывал друг. Да. Сколько стоит мой номер? Этот недорого. 2500 рублей в сутки, включая завтрак. Как же это значит, за двое суток получается? 5000. Please send this letter to London. Да, oh, it's very kind of you. Вот у меня как раз они есть. Как же так, Антон Михайлович, такой известный человек, как вы, и без денег? Можно я от вас позвоню? Да-да, пожалуйста, пожалуйста. А вы уверены, что мадам все еще в апартаментах? Чтобы избавиться от встреч со всеми вами, мадам вполне могла спуститься по пожарной лестнице. Я бы это знала, наш человек там дежурит. А кого вы ждете? А, Клаудию Фишер. Кто это такая? Какой у нас безграмотный народ. Простите. Пожалуйста. Зеки, ну что ты можешь? Пожалуйста, пожалуйста. Ты чего же в лес? Ты чего? Зеки.
впечатление о России. Стороночку. А ну, отвали. Расскажи мне, что вы думаете о Науме Кэмпбелл? Кремерская особа. Да, да. Эта дамочка в их банде самая известная. Террористы, воины, пожары, наводнения. Она тут как тут. 9 минут, если не помешает погода с американского космодрома на мысе Канаверал стартует ракета-носитель «Атлас», оснащенная российскими двигателями. Это один из крупнейших российско-американских Привет. Проектов с использованием высоких технологий со времен окончания. Слушай, как ты мог не дать в эфир такой материал? Ну, мы с Владиком единственные, кто сняли, как Лавка Фишер карабкается по пожарной лестнице, возвращаясь из гостиницы. Я видел. А чего у вас по пожарной лестнице? Чего-чего? А журналистов скрывает. Один из ее охранников мне даже в лоб засветил. Вот. Я под себя добавил. Слушай, ну давай, отдавай, еще успеем. Это же сенсация. Это не сенсация, это дешевка. Значит, сейчас мы даем этого пропавшего, и потом переходим на Японию. Криминальная хроника. Буквально несколько минут назад информационное агентство с пометкой «Срочно» распространили сообщение об исчезновении Антона Каштанова. Каштанов – выдающийся ученый, действительный член Академии медицинских наук, человек, возвративший здоровье тысячам наших сограждан. Каштанов ушел из дома 4 дня назад, и с тех пор о нем нет никаких известий. В Центре общественных связей МВД сообщили, что уже сформирована специальная оперативная группа по розыску хирурга. Это все, что пока известно. Это же тот самый тип, которого я когда-то, подожди, позавчера с ног сбила. Мы ведем репортаж из кабинета нашей старой знакомой, старшего следователя Муромовой Варвары Петровны. Мы не ведем репортаж. Ну-ка ты с камерой убирайся отсюда. Я сказал, на харюгу убирайся отсюда. Быстро. Владик, уйди. Куда? Ну, не знаю куда. Куда-нибудь. Уйди в тень. Терпеть не могу журналистскую шушуру. Хоп! Спасибо, что не попали. А кто же нас любит? Это милиция вкалывает, а мы только пенки снимаем. Лучше не скажешь. Ты тетка умная, но про дело Каштанова ты тут ни хрена не узнаешь, поэтому топай отсюда. Топай, я сказал, быстро. Вали. Ну, слушайте вы, милицейская шушера, вы мне не хамите, я сама умею хамить. Слышу, что умеешь. А вот за оскорбление работника правопорядка при исполнении служебных обязанностей. Ты сейчас у меня загудишь в обезьянник. Сиживали мы в вашем обезьяннике. Руки. Вот они, рученьки-то. Тетя, достань воробушка. Руки! Варвара Петровна, дорогая, но ведь наверняка у вас есть какие-нибудь материалы, сведения, предположения. Пусти немедленно! Ой. Это я от полноты чувств. Зараза, у тебя же не руки, а клещи. Что ж, придется мне самой вести журналистское расследование. Отец в этой халупе 100 лет не появлялся, да он здесь практически не живет. Я давным-давно вытурил его отсюда, а неделю тому назад он переписал вот этот сарай на мое имя. Чем вы можете это объяснить? А чтобы в случае чего не было конфликта между мной и мачехой. Ей квартира, мне дача. Она женила отца на себе, потому что лучше его знала, что ему надо. О, а этот ужасный меня снимает? Угу. Отлично. Наш народ увидит меня и, наконец-то, получит кайф от телевидения. Вы знаете, кажется, дождь начинается. Пойдемте в дом. Спасибо. А вы с отцом похожи. Да. А это на фотографии кто? Это мама и бабушка. Бабушка воспитывала меня после того, как мама не стала. Итак, продолжим наше интервью. Что вы думаете по поводу исчезновения вашего отца? Ну, отец-то найдется. Главное, что исчезли 2 миллиона баксов. Какие 2 миллиона? Вы не знаете? Нет. Из папиного благотворительного фонда умыкнули ни много ни мало 2 миллиона баксов. Вы можете повторить это еще раз? Пожалуйста. Из благотворительного фонда имени Каштанова сперли 2 миллиона долларов. Что это? Что это? Что за бесцеремонность? Вы вошли, потому что дверь открыта, что ли? В чем дело? Дело в том, что я веду журналистское расследование об исчезновении вашего мужа. Помогите мне. Этим вы поможете себе. Вот эту линию надо ровно вести, загрунтовал и ровно. Хорошо. Ну, не здесь, да? Здесь такой бедлам. Прошу вас. Там единственный уголок, где еще можно существовать. Вообще без звонка, без предупреждения. Ничего, что я курю, да? И потом, я сегодня, по-моему, не готова к съемкам. Что? Как вы считаете? Вы замечательно выглядите. Спасибо. Я присяду. Скажите, Антону Михайловичу или вам в последнее время никто не угрожал? Конечно, нет. Его все очень любят. Угу.
Меня выгоднее снимать, когда камера ниже. Пожалуйста, присядьте. А после исчезновения Каштанова звонков или писем с требованием выкупа не было? Какой выкуп? Вы же видите, мы живем небогато. Простите, я прикоснусь к самому щепетильному. Известно ли вам, что из фонда вашего мужа украдены миллионы долларов? Это кошмарная ситуация. Чудовищная. Но меня волнует только одно. Пропал мой муж. Но ведь 2 миллиона пропали вместе с ним. Да как вы смеете, Антон Михайлович? Святой! Он святой до идиотизма. Всю жизнь он лечит бесплатно, оперирует бесплатно. Он даже подарков не берет. А может быть, он где-то с другой женщиной? Деточка, таких женщин, как я, не уходят. Вон отсюда. Таких женщин, как я, просто убегают. У нее муж пропал, а она ремонт делает. Вам какой суп, гороховый или борщ? С каким гарниром? Есть гречка, картошка, капуста. Какой суп? Гороховый? Не верь. Вам какой гарнир? Поэтому ставит Мишка. Поэтому ставит... Добрый день, Антон Михайлович. Разрешите? Вам какой суп? Гороховый или борщ? Деньги, я вас где-то видел. Вы меня лечились? Есть картошка, есть... А это у вас такое хобби воровать булочки? Двойной гречка. Понимаете, деньги кончились, а кушать хочется. У вас что, нет даже на булочку? Нет, все деньги ушли на гостиницу. Вам не у кого одолжить? У вас нет друзей? Я принципиально никогда не беру в долг. Это мое правило. Но заначка-то у вас должна быть. Что за она? Заначка. У меня никогда не было заначки. Вы женаты? Конечно. Муж без заначки – это не мужчина. Что? Не мужчина? Ах, вот как она меня назвала. Значит, правильно я обиделся. Давайте покормлю вас обедом. Не, благодарю вас, я не беру в долг. Ну, подарки вы принимаете? Никогда. А милостыню? Что, подайте бедному академику на пропитание? Я тоже никогда не подавала академику. Накормить нищего – святое дело. Кстати, мое имя – Женя, но друзья предпочитают называть меня Джеки. Очень приятно. Спасибо вам большое. Всего доброго. А вы всегда прихрамываете? Нет, в последние дни. После того, как какая-то психованная идиотка в гостинице сбила меня с ног. Так это были вы. А, значит, идиотка, это вы? Так вот, где я вас видел. Извините, я не нарочно. Я вас прощаю. А, кстати, вот моя визитная карточка. Замечательно. Будет куда отправить деньги за обед. Если это не тайна, куда вы сейчас? Вообще-то тайна. На вокзал. Хочу махнуть в одно удивительное место под названием Крушинск. Ну, это мало чего говорит. У вас, небось, денег на метро нету? Нету. Ну, тогда предлагаю, поехали на машине. Ваша? Угу. Роскошный колыман. Я рада, что вам понравился мой лимузин. Едем? Владик, хватит наводить марафет. Она и так уже сверкает. Кстати, познакомьтесь, это мой оператор. Здравствуйте. Очень приятно. Садитесь впереди. Вы добрая. Вот так меня еще никто не обзывал. Как же вы поедете в Крушин без денег? Поберегись. Я не знаю, может, как-нибудь зайцем? Тогда вас оштрафуют или снимут с поезда. Последний раз предлагаю взаймы. Я последний раз напоминаю, что я взаймы не беру. Ну, спасибо. Как угодно. До свидания. До свидания. А может, мне самой отвезти вас в этот Крушин? Нет, ну что вы. 200 километров туда, 200 обратно. Ваша доброта не знает границ. Спасибо большое. Крушин. Да, я не подозревала, что это так далеко. Значит, еще раз до свидания. До свидания. Вы бы продали что-нибудь. Что? У меня ничего нет. Скажем, часы, авторучку. Ну, какие часы? Что, им же миллион лет. Кто их купит? Я?
Здесь что-то не то. Скажите, а что вам от меня нужно? Ничего мне не нужно. Вы известный доктор, вы попали в беду. И мне искренне хочется вам помочь. И неужели вы думаете, что я на вас глаз положила? Да нет, на меня уже давно никто ничего не кладет. Тогда не валяйте дурака и снимайте ваш антиквариат. Вы что, серьезно? Подайте. Подайте бабушке копеечку. Бог подаст. Не жадись, подай. Подайте копеечку бабушке. Советское ретро. Сколько стоит ваш железнодорожный билет? Алло. Поля, это я. А, объявился наконец. Ну, и где ты находишься? Я сейчас приеду за тобой. Я? Я нахожусь на свободе. Кто на твоя свобода? Она, конечно, носит юбку. Поля, я устал от твоей диктатуры. Ну, я жив, здоров. Я прекрасно себя чувствую. Прекрасно. Не беспокойся, пожалуйста. Путевка сгорела. Обещают выплатить лишь 50%. Билеты на поезд пропали. Поля, я не могу разговаривать. Здесь огромная очередь. Ты рехнулся на старости лет. Я тебе позвоню. Как-нибудь. Да. Пока, пока, Поля, пока. Надолго? Да кто его знает? Объект звонил жене. Откуда? Деревня Тихие Омуты, Тверская область. Запись разговоров я вам занесу. Жду. Господи, как не везет. Два дня гоняем без толку. Обшарили весь городишко, все окрестности. Как воду канул. Это моя ошибка. Надо было настоять и самим везти его в Крушино. Давай хоть искупаемся на прощание. Куда же он провалился, зараза, а?
Да, окунуться бы неплохо, но я, дура, не взяла с собой купальник. Купайся так. Вокруг никого. Я отвернусь. Ты не подражаем. В тень. А где же вы? Пошло уже в привычку путаться у вас под ногами. Антон Михайлович, умоляю, уйдите. Вода ледяная. Так, зачем вы сюда прибыли? Ну? Ну, вы же сами говорили, здесь дивное место. Мы приехали отдохнуть. Ой, я коченею. Так коченейте на здоровье. Это полезно. Вы не доктор, вы садист. Ледяная ванна отучит вас врать. Зачем явились сюда? Умереть от простуды. Караул! Владик! На помощь! Кричите, кричите, вас никто не услышит. А ну, вали отсюда, ты, старый распутник! Ах так? А мне на вас чихать. Знаете что? Давайте быстро на турбазу, буфет за водкой. Ну, быстро, 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 пожалуйста, быстро. Я не хочу, чтобы она умерла от воспаления легких. Итак, чем обязан вашему назойливому вниманию? Вы находитесь во всероссийском розыске. По телевидению уже объявили, что исчез выдающийся ученый. И тут я натыкаюсь на вас, когда вы попаруете булочки. Как вы думаете, что бы на моем месте сделала хорошая журналистка? Логично. Но противно. Сейчас я понял, какая вы добрая. Вы накормили меня обедом, отвезли на вокзал. Купили у меня часы. Сейчас принесут лекарства. Выпейте до дна. Ты столько не могу. Я доктор, я знаю, сколько вы журналисты можете. Вы не доктор. Вы... Ладно, хватит, хватит, Джеки. Давай, пей, не выпендривайся, а то мы все, не дай бог, простынем. Пейте. С берега кидал или на дорожку взял? Ну? У рыбака купил. Иди ты. Почем? Да так, недорого. За пятерку. Хороша. Я эту щуку коптить буду. А под щучку надо бы дерябнуть. Ты-то дерябнешь. Слушайте, доктор, имею столько долларов. Чего вы колочите здесь, а не где-нибудь в Париже? У них лодочник заболел, и я его подменяю. Скажите, какие у меня доллары? Зелененькие. 2 миллиона. Раз так, то я готов с вами поделиться. Я за. Подожди минуточку. Вадик, включи камеру. Сейчас. Включил. Повторите, пожалуйста, еще. Да. Я готов поделиться.
Возьми меня покрупнее. Беру. Мы не продаемся. Умница. Снял? Да. Молодец. Доктор, слушайте, вы что, действительно не знаете, что из вашего фонда 2 миллиона? Кто сказал? Ну, я тебе говорю. Я подтверждаю. Ну? А я при чем? Ну, 2 миллиона ведь. Вместе с вами. Ну, как вы смеете меня подозревать? Ой-ой-ой. Алло, Ваня? Ваня, это правда? Антон Михайлович, вы где? Я в деревне. Вы в порядке? Ваня, как я могу быть в порядке, когда только что узнал, что из нашего фонда украли такие бешеные деньги? Но, к сожалению, шеф, это правда. Значит так, я сейчас же еду в Москву. Зачем? Ну, как это зачем? Как это зачем? Я должен принять меры, я должен. Вы знаете, кто украл деньги? У вас есть подозрения? Ну, что за чушь? Конечно, нет. Ну, тогда зачем вам приезжать? Я буду вас информировать о ходе следствия. Хорошо. Я буду звонить тебе каждый день. Пока. Доброе утро. Какое на черту доброе, когда вы здесь? Для преступника, который объявлен во всероссийский розыск, вы ведете себя беспардонно. Какая же вы подшивка? А вы лицемер. Ой. Этот алкаш тоже здесь? Вы хотя бы умылись после вчерашнего, а то ведь урод уродов. А вы вредный, гнусный старикан. Снять, как он тебя ударил. Не меня, его. Не надо снимать. Я говорю, не надо снимать. Вы же не понимаете, нет? Я же просил, я русским языком говорю, не надо снимать. Я говорю, ну не надо. Ну не, я не могу не снимать. Я говорю, не надо снимать. Не трогай. Убить, но камеру не трогайте, она будет сильно. Дорогая Джеки, он меня замазывается. Джеки, бей его, я ослеп. Знает вся страна. Перестаньте за мной шпионить. Я обращусь в милицию.
Изумительная идея. Хотите, я позову того милиционера? Вы отвратительны. Ой, да у вас нервы не в порядке. Антон Михайлович, вам надо срочно менять внешность. Прошу вас, ну отстаньте от меня, ну отстаньте! Алло? Пай, это ты! Привет! Ты где? Почему ты уехал без меня, а? Я в тихих омутах. У дяди Саши? Да. С тобой все в порядке? Ты видел эту газету с гадким намеком? Ты не волнуйся, завтра или убьют кого-нибудь, или случится землетрясение, и наша любимая пресса забудет и про тебя, и про твой фонд. Как ты себя чувствуешь? Ну, как я могу себя чувствовать, когда вокруг такое? Знаешь, потом меня все время преследует одна дрянь. Она с телевидения. Ее зовут Джеки? Да, она что, у тебя была? Была убойная дамочка, и очень даже ничего. Па, а хочешь, я приеду, а? Я по тебе очень соскучился. Пока. Спасибо за дрянь с телевидения. Ну, и сколько это будет продолжаться? А что вам не нравится? Вы молодые, симпатичные и очень к вам привязаны. Ребята, вы зря теряете время. Я не крал денег. Так, я дико боюсь коров. Скажите, а почему ваш хлопчик меня не снимает? Ведь уникальный кадр. Академик среди коров! Снять? Не надо. Я снимаю только узловые моменты. Например, дорогой академик, как вы крадете булочки. Ну, я надеюсь, вы не подарите этот незаметный кадр. Когда вы идете в тюрьму, обязательно. Что случилось? Мне наступила корова. Корова на человека не наступает. Ну, что у вас тут? Зверски болит, дотронуться не могу. Где? Здесь. Вас здесь опознают и схватят. Ваша нога важнее. Доктор. Да-да. Извините, нужен рентген и немедленно. Как скажете. Вы профессор Каштанов? Да. Вас повсюду ищут. Это не важно. Где рентген? Куда идти? Антон Михайлович, вас ищут, а отделение милиции в соседнем доме. Да, делать им нечего. Гематома большая. Но перелома нет. Как вы полагаете, коллега? Что я могу полагать, когда диагноз поставил сам Каштанов? Профессор, там у больницы висит ваш портрет. Разыскивается, ну и так далее. Спасибо. Уходя, я обязательно оставлю на нем автограф. Осторожно, ступенька. Профессор, желаем вам удачи. Всего отдыхайте, доброго. Набирайте. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам. Удачи вам. Всего доброго. Обидно, конечно, что немножко перелом со смещениями, а то бы я вам показал, чего я стою. Доктор, а вы, оказывается, гуманист. Антон Михайлович, разрешите, я ее понесу. Вам тяжело, а я молодой и сильный. Владик, уйди в тень. Антон Михайлович, вас в больнице узнали все, но никто не подумал выдать. А потому что мы врачи, а не журналисты какие-нибудь. Так, крепче держите меня за шею. Ага. Я обещал оставить автограф. 15 августа вышел из дома и исчез знаменитый хирург-академик Каштанов Антон Михайлович. Всех, кто видел Каштанова или что-нибудь знает о месте его пребывания, просят звонить. Так, примите ценный груз. Так, а что мне с ней делать? Отвезете в Москву. Москва там. Эй, минуточку, вы что, забыли? Я же не умею водить машину. Антон Михайлович, вы же врач. Вы давали клятву Гиппократа. Вы не имеете права бросить раненого на дороге. Отнесите, тут рядом замечательный дом отдыха. Пирамидку играем или американку? Предлагаю себе. Разбивай. Михайлович, посмотри, как положу своего в угол. Господин Ежиков, это шар не идет. Это у тебя не идет. В угол от сухой ушел. Я же говорил. Ура! Потом 15-го, середину.
Это чемпионский удар. Дублет, правый угол. Извините, в какие часы вас открыли? Доктор букет не принял. Доктор у нас принципиальный. Вы зачем пришли, Антон Михайлович? Сами позвали, ногу посмотрите. Телеканал ТВ-6 представляет заключительный обзор. Тогда любуйтесь. Слушай, какая восхитительная нога. Владик, уйди в тень. Да, и там в тени, пожалуйста, раздобудьте костыль, чтобы ваша начальница могла передвигаться. Да где я его возьму? Это дом отдыха, а не дом инвалидов. Что, больно? Угу. Ничего, ничего. У меня два поболит. Как говорится, до свадьбы доживет. Замуж не собираюсь. Два раза была, с меня достаточно. Старшему из которых 86 лет совершают кругосветное ралли 80. А почему вы не взяли букет, Антон Михайлович? Мне обидно, я вам так признательна. Я не хочу нарушать свои принципы. Какой вы, доктор, все-таки зануда. Это есть. Ради меня можно нарушить принципы? Сделать исключение. А знаете, как вас назвал мой сын? Как он меня назвал? Убойная дамочка. Значит, можно нарушить? Значит, ради вас можно. Ну, я пойду. Вы выздоравливаете. Исчезновение доктора Каштанова и огромной сумме денег, похищенной из его фонда. Сегодня журналистам объявлено, что Каштанов жив и здоров. Более того, сыщиками даже установлено его местонахождение. В интересах следствия оно не разглашается. О других новостях. Значит, успела донести. Сообщила об очередной победе над злостными неплательщиками. В Подмосковье задержана крупная партия импортных сигарет, ввезенных в страну без уплаты такого-то позже. Да нет же! Михалыч, выпить хочешь? Отец, я на работе не пью. Правильно, сынок. Михалыч, постой. Приготовишь для нас четырехвесельную шлюпку. Там на пригорке стоит кабриолет. Возьмешь в багажнике ящик пива и в эту шлюпочку зарядишь. Хорошо. Постой. Держи. Только ж доллары. Русских нет? Пожалуйста, погуляйте. Мне надо побеседовать вон с тем типом. Это же Михалыч, лодочник с турбазы. Впрочем, для вас, Джеки, я готов на все. Антон Михайлович,
Антон Михайлович, я жду извинений. Не дождетесь? Вы можете меня ненавидеть, но думать, что это я вас заложила. А почему вас так интересует, что я о вас думаю? Не интересует. Но я никому не позволю меня унижать. Ну что, нашли себе молодого, богатого? А зачем мне старый нищий? Уж не ревнуете ли вы? С какой стати? Во-первых, я не старый. А во-вторых, вовсе не нищий. Вы же уверены, что у меня все карманы набиты долларами? Да я вовсе не вас имела в виду. Нет у вас никаких миллионов. Иначе бы вы околачивались вот не здесь, а где-нибудь в Италии, Англии. А я патриот! Это комар. Немедленно, извиняйтесь. И не подумаю. Я здесь торчу. У меня завтра день рождения. Мне домой пора. Меня дома ждут мама и дочка. А я-то при чем? Ну, я же из-за вас сюда приехала. Не надо. Я вас сюда не приглашал. Немедленно извиняйтесь. Не буду, не желаю. Вы невозможный человек, Антон Михайлович. Невозможен. Подайте мне руку, пожалуйста. Пожалуйста. Изрубите себе на носу. Я от вас не отстану, не отлипну, не отцеплюсь, пока вы не попросите прощения. Комар. Как я от вас устал. Кто к нам приехал? Леша, извините. Это еще что за мымра? Часиков подышать кислородом. Советую искупаться. Здесь чудное дно, песчаное. А водичка теплая. Увы, на оперативной работе я не имею права раздеваться. Обидно. Почему? Многим мужчинам это доставило бы удовольствие. Я предпочитаю доставлять удовольствие единственному мужчине, а именно мужу. А вы? Вы не поверите. Но я еще ни одному мужчине не доставила удовольствия. Что, что вы, голубушка, я верю, верю. У вас такое целомудренное лицо. Что, профессиональная травма? Да, под корову попала. И вам оказывал помощь хирург высокой квалификации. Еще бы, ветеринар. Ну уж, раз мы заговорили о медицине, вам ненароком не встречался здесь мужчина, который интересует нас обеих. Мужчина ненароком? Мне? Да, странно, странно. Потому что отсюда он уже звонил сыну, жене, министру здравоохранения. А вчера опять звонил отсюда в клинику. Как? Значит, Каштанов здесь? Какая удача! Стоять! Куда? Пойду обрадую оператора. Вот оторва. Значит, из тех, кто приехали 3 дня назад. Мужчины. Я помню. О, начнем с этого зала. Вот этот отдыхающий у нас гостит уже 2 недели. Его сосед с усами уже дней 10. А
вот этот ушастый, дамочка с костылями, как раз прибыли позавчера. Добрый вечер. Надеюсь, у вас нет никаких претензий? Нет. Есть? Да. Директора мы знаем. Врача тоже. А это особо, простите, кто будет? Диетсестра? Новая диетсестра. Гоните ее в шею отсюда. Она нас здесь просто травит. Как травит? Взгляните. Овощи в салате плохо промыты. Песок на зубах скрипит. Макароны, это макароны? Они переварены, посмотрите, они слиплись. Минуточку. Соус, он просто скис давно. Компот? Да, компот, который пил уже до нас. Да что вы? Извините, а котлеты? Вот котлеты, я уверена, из мяса местных собак. Вы увеличиваете. Клевета! И я сейчас это докажу. Котлеты объедение. Объедение. Попробуйте. Борис Иванович, попробуйте. И вы, доктор, тоже. Хорошие котлеты. Замечательные. Только маленькие. И компот хороший. Замечательно. Только маленький. Абсолютно свежий. Этот тоже. А на пирожными не жаловались? Я только откусила. Можете взять. Ну что, пошли? Мы учтем ваше замечание. Здравствуйте, Борис Иванович. Что ты наделала? Господи, какие были котлеты. Что мы будем есть? Мы, как и положено, свой ужин отдали врагу. Да стой же ты! Где вы раздобыли это ландо? Проголосовал на шоссе. Джеки, я всю ночь думал и решил, что попрошу вас извинений, но при одном условии. При каком? Если вы уберетесь отсюда навсегда. Если бы вы знали, дорогой профессор и академик, как вы это место чертили. Принимаю ваше предложение с удовольствием. Прошу вас извинения, был неправ. Вы не доносчица. А как зовут лошадь? Графиня. Можно ее погладить? Можно. Она сахар любит. А что случилось, Антон Михайлович? Вы такой нарядный, с букетом. Джеки, я поздравляю вас с днем рождения. Антон Михайлович, а вы не перегрелись случайно? Что это значит? А вы не поймете. Ну, вроде того, что вы белины объелись. А? А, да, понял. Понял. Действительно, если я так себя веду, то я или перегрелся, или белины объелся. Я хотел преподнести букет вам, но после вашего хамства я подарю его другой даме. Посядьте, графиня, извольте откушать. Не побрезгуйте, ну, извольте. Вы ведь в цветах понимаете, не то что некоторые. Извольте. Какой у меня несносный характер. Не сердитесь, Антон Михайлович, я... Ну, я не могу не укусить. Но у нас не все потеряно. Я принес кое-что еще, что лошадь не ест. Вот, смотрите, это купальник. Чтобы могли купаться и полотенцем могли вытираться. Начали тратить на грабли. Да, я кучу, транжирую, швыряю деньги на ветер, то есть на вас. У него уже не 2 миллиона, а гораздо меньше. Что вы себе представить не можете, насколько меньше. Тут все, тут ананасы, виноград, арбуз, колбаса, даже сыр из Франции, шампанское, шоколад. А моя лошадь тоже любит шоколад. Ну, на то она и графиня. Вот. Половина тебе, половина лошади. Прошу в дом. Что за дом? Ну, я могу солгать, сказать, что это дом моего товарища, но обманывать друзей нехорошо. Я его вчера купил. Интересно бы знать, почем. Ну, вообще-то это коммерческая тайна, но вам скажу. Но так недорого. 100 тысяч долларов.
Ну и зачем этот спектакль? Для чего вы на себя наговариваете? Пускай пыль в глаза. Кому, мне? Ну что вы, не обольщайтесь вашему коллеге. Ну что можно ожидать от человека, кто родился беременным? Прошу. Все-таки занятный вы тип. Ну, вы тоже любопытная штучка. Мне кажется, мы перешли к обмену любезностями. Мне тоже кажется, что мы действительно что-то перешли. Ваша ровесница, подумать, только вчера купил, уже успел обставить. Вы знаете, решил ничего не трогать, ведь это все раритет. Да, богатые любят рухлить. Антон Михайлович, вон там, у забора тетка, это следователь. Она ведет ваше дело и приехала за вами. Шоколадом кормят. У вас есть два выхода. Сдаться властям или лежать огородами. А мы с ними то, что вы выберете. У меня есть третий выход. Пойду, положу голову в пасть к тигрице. Чей-то очаровательный дом. Вам нравится? Очень. Мне это очень приятно слышать. Мой. Я его совсем недавно приобрел, вчера. А сегодня мы празднуем день рождения моей невесты. Ее зовут Джеки. Ну, я в курсе, как ее зовут. Варвара Петровна. Джеки рассказывала мне вчера, как вы вкусно накормили. Позвольте. В доме подозреваемого я не пью. Простите, а в чем же мне может подозревать дед, сестра? Я никого не отравил. Родная, ты позволишь? Вы знаете, дед, сестра – это прикрытие. Я следователь и веду ваше дело. Тогда я тоже буду с вами откровенен. Академик – это кличка. А так, на самом деле, я черт знает кто. Но я хочу выпить за именинницу, за мою невесту. Надеюсь, она у вас вне подозрений? Пожалуй, я пригублю. Я хотел бы сказать, на своем жизненном пути я встретил нечеловеческой доброты человека. Она у меня такая, застенчивая, робкая. Ну, слова из нее не вытащишь. Рот закрой. Гражданин следователь, вы закусывайте. В доме подозреваемого я не закусываю. А вы знаете, какая она хозяйка? Вот иногда бывало, чей придет с телевидения, уставшая, лица на ней нет. И как начнет стирать, и все стирает, и стирает, стирает, и стирает. А потом как начнет готовить, и готовит, и готовит, готовит, и готовит. Я говорю, родная, отдохни. А она мне говорит, купи корову. Я говорю, зачем? Она говорит, доить буду. Хочу, говорит, родной, чтоб ты по утрам свежее молочко пил. Подойди и поцелуй меня. Не могу. Нога болит. Она у тебя не болит. Я лучше знаю. Встань. Встань. Встань, кому говорят? Она такая послушная. Не-не-не-не-не-не-не. Костыли отбрось.
Она у меня такая страстная. Дорогая, я приглашу Варвару Петровну потанцевать. Конечно, любимый. Спасибо. Вы лучший танцующий следователь. Джеки, спой. Я так люблю, когда ты поешь. Не могу. Как же я могу петь в присутствии Антона Михайловича? От одного только голоса этого великого человека меня оторопь берет. А вы знаете, как его любовно за глаза называют пациенты? Соловей. А почему? Шутка. А потому что петь очень любит. Бывалче, придешь к нему в операционную, ты позволишь, милый, а он режет и поет. Режет и поет, поет и режет. Я ему говорю, родной мой, побереги голос. Да. Отдохни, он же тебя уже не слышит. А он кто? Говорит, пациент. А, да. А он говорит, не могу не петь. Мне песня резать и шить помогает. Может, споете для нас, Антон Михайлович? Я в восторге от ваших отношений. Любимая, я пою только для тех, кто под наркозом. У вас роман с правонарушителем. Любить можно кого угодно. А мой уголовник симпатяга. Ну и как он? Что? Ну? Варя, не задавайте нескромных вопросов. А, ничего, ничего. Что значит ничего, ничего? Он великолепен. Да. И это при живой жене. У преступников своя мораль. Антон Михайлович, извините, это чисто формально, но прежде чем уйти, я должна у вас взять подписку о невыезде. А невыезде откуда? Отовсюду. Прошу. Пожалуйста. Значит, я... Каштанов, Антон Михайлович, обязуюсь не выезжать ниоткуда. Угу. Число, год, подпись. Так устроит? Абсолютно. Антон Михайлович, хотели от меня удрать? Только мы остались вдвоем. Я не хотел вас будить. Я в восторге от вашей деликатности. Поверьте, мне это очень надо. Эй, эй! Я упустил свой катер. Можете воспользоваться моей машиной. Доберетесь скорее. Только везти придется самому. Моя нога еще побаливает. Спасибо. Куда мы сейчас драпаем? Я не люблю, когда красится. Вы старомодный, Антон Михайлович. Скажите, а зачем вы носите бороду? У вас что, безвольный подбородок? Или хотите походить на Чехова? Ну, вы по-прежнему проницательны. Особенно насчет подбородка. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, Антон Михайлович. Это с телевидения. Ваня, здравствуй. Антон Михайлович, огромное спасибо, что сразу откликнулись на мою просьбу и приехали. Это с телевидения. Джеки. А это Иван Павлович, будущий руководитель хирургического центра. Так, кстати, министр подписал приказ? Пока нет. Ну, как дела? Нормально? Кроме того, что фонд грабанули. Да, что слышишь про фонд? Экспертиза установила, что подпись на платежных документах вашей главного бухгалтера подделана. А кто подделал? Боюсь, этого мы не узнаем никогда.
Зато желтая пресса никак не успокоится. Сейчас все дозволено. И лгать, и клеветать. Антон Михайлович, 12:30, пора. Джеки, простите, я должен отлучиться недолго по делу. Постарайтесь в день не скучать. Вы не представляете, Джеки, какое чудо совершил Антон Михайлович. Вань, организуй кофе. Уже готов, Антон Михайлович. И дай мне с собой мобильный телефон. Прошу. Приятного аппетита. И вам того же. А вы позвольте, я сделаю один звонок. Ваня, это я. Давление? Ага. Пульс? Ага. Вань, я перезвоню, Ваня! Перезвоню! Да оставьте! Бежим быстрее, а то промокнем! Семью было два купе. Это считалось здорово. Я словно в детство вернулась. Я тогда была еще совсем маленькая. Мама работала диспетчером на сортировочной станции. И я засыпала под ее голос из динамика. А отец? Он был помощником машиниста, но я его не помню. Мама рассказывала, пил он сильно. Замерз где-то между двумя цистернами, недалеко от вагончика. Мама говорила, если не хочешь жить вот так, в вагоне, ты, доченька, всегда должна быть первой. И как? Я старалась. Иногда получалось. Поцелуйте меня, пожалуйста. Это не опасно? А вы рискните. Рискну. Как я ему завидую. Ощущение должно быть потрясающее. Да, я тоже мечтаю так полетать. А что мешает осуществить нашу мечту? Решено, полетим. Вода это. А если мы упадем в воду? Ну и что? Я плавать не умею. Ну, будете держаться за меня. Что вы делаете? Уже держусь. Но мы же еще не в воде. И слава богу. Джеки! Что ты делаешь? Прекрати немедленно!
Джеки, как тебе не стыдно? Одумайся! Нашла себе хахаль, из тебя песок сыпется! Учти, я это снимаю! Вот гад, а! Поехали в Москву. У меня еще болит нога, я не могу везти этого машину. Старого хрыча ты могла везти, а меня нет? Владик, не устраивай сцену ревности. Я хочу домой. Поедем завтра. Мы еще снимем репортаж о празднике в городе. Ну не возвращаться же на студию с пустыми руками. Какие пустые руки? Я наснимал такое количество компромата про твоего бойфренда. Он спекулирует часами, он ворует булочки, жене изменяет. Я же снял, как мы здесь целовались средь бела дня. Это будет классный фильм для сериала «Жизнь замечательных людей». Уйди в тень, шантажист. Не уйду. И вообще, я люблю солнце. Ищи себе другого оператора. Скажите, а вдвоем полететь можно? Инструкция запрещена. Угу. А если подумать? Подумайте. Я договорился с капитаном. Мы вдвоем полетим на парашюте. А вам не кажется, что для нас обоих самое лучшее – это разлететься в разные стороны? Я тебя прошу, я тебя очень прошу, останься. Ты меня боишься? Да, боюсь. Но не вас, а себя. Я сейчас. А я эту дрянь помню. Имела наглость явиться ко мне под видом репортера. Бесстыжая. Никита, отвези меня домой. Я больше не могу это видеть. С превеликим удовольствием, но я обещал отцу проведать его. Гнилое яблоко от гнилой яблони недалеко падает. Откуда у вас здесь смокинг? Засунул по ошибке. Вместо костюма в партлет. Вы просто щеголь? Я счастлив, что ты наконец это заметил. Куда мы направляемся? Грабить богатеев. Господин Ёжиков, я мечтаю с вами сыграть. Вы такой маэстро. Михайлович, ты ли это? Господин Ёжиков, вы видите, я с дамой, поэтому потрудитесь соблюдать этикет. Извините, Михайлович. Антон Михайлович, с вашего позволения. Да, конечно, Антон Михайлович. Должен заметить, Антон Михайлович, что я не играю даром. Ладо 15-го середину. Я тоже. Я хотел бы представить вам директора Крушинского национального парка Александра Александровича Савельева. Здрасте. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, как становится директором заповедника? Случайно, наверное. Это как подарок. Не знаю, я как в 74-м лесотехническую академию закончил, сразу попал сюда. Сначала лесничим работал, потом стал директором. А что бы вы хотели сказать телезрителям в этот праздничный день? Что я могу сказать? Любите землю, на которой живете. Храните ее. Антон. Кто? Извините. Антон! Привет, мой дорогой, привет. Спасибо.
спасибо. Ну, кому холодный монастырский кран? Да. Рыбку к пиву. Да. Пейте холодный и монастырский кран. Каштан, это я. Я за тобой приехала. Я не могу. Коля, понимаешь, я дал подписку о невыезде. Нет, уехать домой я вам разрешаю. Ты видишь, дорогой, как все удачно складывается. Я лучше знаю, что тебе надо. Коля, я... Дело в том, что я не хочу. А, я понимаю. Это не легкий курортный романчик, а глубокое чувство, правильно? Джеки, глубокое чувство. Так скоропалительно не возникает, Джеки. Коля, я тебя очень прошу, не выясняй отношения. Ну, не выясняй отношения. Ну, просто уезжай. Вы-то почему молчите? Папа, я знаю, что не вовремя, но мне очень нужны люди. Антон Михайлович. Что? Антон Михайлович, все равно эта интрижка скоро кончится. И... Ну почему же? Новой жене очень понравится каждое утро варить овсяную кашу. Поля, я тебя умоляю. Обезжиренный порог, следить, чтобы он вовремя принял лекарство от склероза, а через несколько лет бороться с его простатитом. Антон Михайлович, она моложе вас намного лет. Я уверяю, у вас есть исторический опыт. Она вам скоро начнет изменять. Джеки, я прошу тебя, изменяй со мной, Джеки! Милые дамы, я любуюсь с вами обеими. Вы такие добросердечные все, душевные. А, кстати, если вы рассчитываете на наследство, то промахнулись. Квартира принадлежит мне. Дача. Его сыну балаболки. Ты что, здесь? А валютного счета у него нет. Он... Боль перекатная. Наше уточнение. Дача принадлежала, принадлежит и будет принадлежать отцу. Папа, нужны деньги, срочно. Уйди, прошу. Он, Каштан, ты еще этого не знаешь, а я знаю. Он уже не директор хирургического центра, понимаете? Министр подписал приказ. Думаю, что история с 2 миллионами ускорила решение. Так что он теперь просто докторишка. Так ты едешь со мной или нет? Ребят, подведете меня под монастырь? Вдвоем летать-то нельзя. Вы хоть плавать-то умеете? А, да, плавать это... Ну ладно, принимаем позу кенгуру тогда. Чего? Какую позу? Кенгуру. Значит, вы, барышня, сюда становитесь, прижимаете спиной крепко к нему. А вы, молодой человек, ее обнимаете сзади и держите крепко. Трос натянется, ни о чем не думайте. Прыгаете и вы в воздухе, все понятно. Ага. Ну все, я пошел, будьте готовы. Хорошо прикрепили. Порядок. Папа! Папа, дай мне. Я понимаю, что я не вовремя. Срочно дай мне $150. Я проигрался. Пошли! Сынок, отойди. Ну, не видишь, мы взлетаем. Полетели! Джеки, я люблю тебя! Ощущение невероятное! Ага. Правда, я... панически боюсь высоты. Вы что, дразните меня? Да ну что, Иркуми, я... Это действительно так. Просто дрожу от страха. Зачем же вы тогда полетели? Не знаю, ради тебя. Хотел оказаться на высоте. А мы на высоте! Держать тебя. Помогите! Тонем! Помогите! Thank you.
кажется, что я стою на чем-то твердом. Я тоже стою. Это очевидно мель. Ребят, вы как? Забирайтесь на катер, я вас обратно отвезу. Да нет, спасибо, все нормально. Не надо, спасибо, спасибо. А ты действительно не умеешь плавать? Как топор. Ты знаешь, я панически боюсь воды. А если попадем в океан? А тебе не кажется, что мы уже в омуте? Ага, кажется, что в этом омуте водятся не черти, а пленительная ведьма. Понимаю. Смокинг даже мокрый. Обязывает к политессу. Главное, да. Ты не утонул. Да, Женечка. Я спасла тебе жизнь. Ты действительно спасла мне жизнь. Ради меня совершил подвиг. Значит, не отдашь кассету? Не проси. Не отдам. Владик, отдай кассету, здесь я командую. Ты хочешь спрятать эту кассету? А может, и уничтожить? Я знаю, ты спала с этим козлом. Не смей называть его козлом! Ну, а ты как поживаешь-то? Ребят, я влюбился. Наконец-то. В кого? Мне тоже пора в Москву. Я с тобой поеду. Что мне здесь делать одному? Отдыхать. Ты же в отпуске. Нет. Отдыхать мы теперь будем вместе. Тебя в Москве куда подвезти? Как куда? Домой. Домой, так домой. Не ко мне же тебе ехать. Thank you.
Я не могу так сразу взять и уйти. Я не прошу тебя уходить. Ну, что молчите? Я не обращаю на вас ни малейшего внимания. Пойми, я не могу ее просто так взять и бросить. Понимаю. Она ж без меня пропадет. Понимаю. Пойми, это она ведь только с виду такая сильная. А на самом деле она беззащитная. Понимаю. Я должен собраться с духом. Собирайся. Я помогу. Женя, мы с тобой знакомы, ну, недели две. Ты зря обижаешься. Я не могу так сразу. И без тебя я тоже не могу. Ну, я старый. Что предлагаешь, старый? Мы будем встречаться обязательно. Где? Квартира у меня двухкомнатная, комнаты проходные, со мной мама и дочка. Ну, квартиру можно снять, это же не проблема. И будем встречаться два раза в неделю. Почему два раза, можно три? Какие дни установим? Выходные вы, естественно, в семье. Понедельник, среда, пятница подойдет? Какое я барахло. Не смею возражать. Женя, пойми, я... Значит, начнем в следующий понедельник. Надеюсь, вы успеете найти квартиру. Только, пожалуйста, не на окраине. Я ведь очень занята на телевидении. Да не волнуйся так, Джеки. Отдам я ему эту проклятую кассету. Можно мы поедем в Москву вместе? Сегодня у нас... Какой день недели? По-моему, вторник. Но это же не наш день. Возьмите. Что это? Видеокассета с вашими подвигами. Ну что, может, поедем? Это ваши часы. Возьмите. Это судьба, и он улыбнется счастливый. Улыбнется судьба, и он улыбнется счастливый. Жаль, что юность пролетела, жаль, что старость коротка. Все теперь уж на ладони, лоб в поту, душа в ушибах. Но зато уже не будет, никогда уже не будет ни загадок, ни ошибок. Только ровная дорога, только ровная дорога до последнего звонка. Две жизни прожить не дано. Скажите, Антон Михайлович или вам в последнее время никто не угрожал? Конечно, нет. Его все очень любят. Простите, я прикоснусь к самому щепетильному. Известно ли вам, что из фонда вашего мужа украдены миллионы долларов? Это кошмарная ситуация. Чудовищная. Но меня волнует только одно. Пропал мой муж.
Вам какой суп, гороховый или борщ? С каким гарниром? Есть гречка, картошка, капуста. Какой суп, гороховый или борщ? Я жду. Чего? Вы обещали. Признаться мне в любви. Кто, я обещал? Угу. Да, я обещал. Ну, признавайтесь. Здесь, сейчас? Да, здесь и сейчас. Так получается, Женя. Что я тебя люблю. Что вы сказали? Люблю тебя. Я вас тоже люблю. Вот я подумал, человек может пройти мимо всего. Может упустить удачу, успех, деньги. Но он не имеет права пройти мимо любви. Ты меня понимаешь? Это преступление против себя самого. И против меня. Это как понять, Каштана? Ты вернулся или заглянул на минутку видео посмотреть? Я вернулся. Сам приполз? Или тебя выгнали? Ну, и то, и другое. Прощения будешь просить? Прости меня, Борюшка мой. Ремонт ты сделал сногсшибательный. Не знаю, прощу ли я когда-либо. А может быть, и прощу через месяц. Или через полгода. Я подумаю. Ты знаешь, я женщина добрая. Я знаю. Ты очень добрая. Так вот, и это категорически, чтобы духу этой дамочки здесь не было. Никаких звонков, никаких встреч. Понял? Дон Жуан почтенного возраста. Запах вымытых волос, благоухание свежей кожи и поцелуй в глаза от слез соленые и в губы тоже, и кучевые облака, курчавящиеся над чащей. И спящая твоя рука, и спящий лоб, и локон спящий по времени, певец разлук, мы скоро разойдемся сами, не разлучай уста с устами, не разнимай сплетенных рук. Не разнимай сплетенных рук, не разлучай уста с устами. Мы скоро разойдемся сами по времени. Весь день курчавится над чащей, и слышится издалека дневной кукушки. Счет
конец разлук по времени. Мы скоро разойдемся сами по времени. Певец разлук, мы скоро разойдемся сами. Не разлучай уста с устами, не разнимай сплетенных рук, не разнимай сплетенных рук, не разлучай уста с устами, мы скоро разойдемся сами по времени, певец разлук.